Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил надежду, что ему не придется исполнять обязанности президента, если из-за болезни этого не сможет делать Владимир Зеленский. Об этом он сказал 10 ноября в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, отвечая на соответствующий вопрос депутата Рады из фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. При этом он выразил надежду на то, что в дальнейшем все будет происходить именно так. На уточняющий вопрос, готов ли он выполнять президентские обязанности, Разумков ответил. Напомню, что согласно статье 110 Конституции Украины, невозможность исполнения президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья должна быть установлена на заседании Верховной Рады. Решение принимается большинством конституционного состава парламента на основании письменного представления Верховного суда и медицинского заключения. В таком случае на период до избрания и вступления на пост нового президента страны его обязанности возглавляет на главу Верховной Рады Украины. Как сообщало СМИ, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.